СССР. Смоктать. Вчера хотел смоктать, не смог. Поэтому сегодня, ребят, смоктать. Я как бы понимаю, что это будет гачи 300 000%. А вот, пацан три мантии купил. Знаете для чего? Для того, чтобы мне сосать было приятнее. Пока усатому донатят миллион, чтобы он сыграл на дазле. Я не хочу на дазле, братан. Ты сидишь без арканы. Именно поэтому я советую тебе ознакомиться с проектом Epic Loot. Серьезно, я назову тебе три причины, почему Epic Loot стоит твоего внимания. Первое. Выбор из трех вещей при каждом открытии кейса. Второе. Продажа скинов сайту на 15% дороже. То есть даже если ты не окупился, как я сейчас, при продаже вещи ты получаешь больше денег, чем стоит сундук. Ну и третье. Это сундуки на любой вкус. Хочешь фармить арканы за копейки? Пожалуйста, открывай фарм-кейсы. Хочешь чего-то посерьезней? Вот тебе кейс за 5000 рублей. В общем, промокод на 15% к пополнению баланса ты видишь на экране, а ссылочку, думаю, найдешь сам. Лазером крепочка, все правильно. Привет, один это вопрос. Мерлин, ебать! Мерлин на Тинкере, охуеть! Пизда тебе, дядя Федор, блять! Новый проник в меня. Хоть мне 5 лет, но я буду помнить это каждый день. Ебанутое, блядь, создание, нахуй. Блядь, вот он мне был. Переигран. Сынок, ебать! Дядя Федор, блядь, сюда, молодой! Блядь, что? Играет. Я в ахуе. Врач пришел, иди нахуй. Как же хочется мне снова в детство улизнуть. Очень жаль, что это детство больше не вернуть. Жизни каждого. Давай из нас есть важный человек. Очень жалко мне тех, у кого такого нет. Это реально душевно. Больше не вернуть сердцу моему. Человек, которого за все благодарю. Тетя, 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 папина сестра. Ты один в один, как папа, только женщина. Как ты говорил о мне? Раз, оденься, раз. Там холодно. Я говорил, тетя, тетя. Тетя, тетя. Ты говорила, фирас, фирас. Пимов. Оденься, там холодно. А, нихт, нихт, цузамен. Ах ты, драх ты. Ебать, блядь, у него центрик стоит. Охуеть, чуть не сдох, блядь, тетя, тетя. Принц к себе. Да, чё у него марши так больно бьют? Тетя, тетя, папина сестра. Я отвечу всем на донат, ребят, чуть позже, спасибо. Конечно, крыса, блядь. Сыкло на Тинкере. Ебанутый, иди выруби нахуй эту хуйню, блядь. Ты ебанутый или шо с тобой, сынок, блядь. Ебанутый. После драмы немного комедии. Ты покидаешь эту жизнь. А ударить, блядь, ты нахуй. Хуй! Енотик, блядь, полоскун, нахуй. Бегает, смотрит он на дядю Федора. Соло. Ебать, засада тупо, видели?
три типа в кустах стоят, ждут, пока я дядю Петра разъебу приду. Так разъебал же на Изи. Стоят тупо в кустах, выпаливают. Вчетвером, пятером, Миди, лол. Привет, струй. Тупо ля бегает. После... Fuck you. Я думал, это иллюзия уже. Серьезно, я смотрю, и я уже не хочу его бить, я думал, это иллюзия. Может, он вылетит сейчас, я не понимаю. Золото, бессмертие, бывает. У меня что-то пацаны пошли на вражескую половину карты драться. Пацаны просто поехали вражеские леса захватывать. Как бы я не особо пока хочу. Я бы хотел для начала аганим шар фармануть. Догон в 4 есть. Вообще, конечно, было бы круто, если боф выпал. Но, по-моему, его нету, да. На меня вообще нету шмотки ни одной. Ни одной шмотки, которая бафнет бы, бафнула бы мои скиллы. Чтобы я больше дамажил с ульта там, ну, с ульта, с догона и так далее. Вот и разъебали моих мальчиков. Соло. Бля, очень странный донатер, фуя. А что с тобой, брат? Что это за голосовухи наркоманские? Дядя Федор. Можем просто брать. Добрый вечер, дядя Федор. Знаем таких. Хуйню твою в кустах крутят, блядь. Никса я нормально ласт пикнул. Тинкера попал. Дядя Федор, отправляйтесь в таверну, блядь. Откуда пришли, быдло. Специально подождал, мисанул станом, чтобы успел трек накинуть БХ, чтобы больше бабок поднять. Блять, это пиздец какой-то, а не трек, блять. В нем все есть, по-моему. Это универсальный трек. В нем есть вся музыка этого мира, этого мира, этой жизни. Понял, вижен есть. Ебать, умерла от ДК. Где Федор? Покрутил, блядь, да? Блядь, как же Никсон приятно против Тинкера играть, боже. Просто одну кнопку нажимаешь, и все, и ты его клеймав. Хотите призову руну? Смотрите. Руна Хаста. Сейчас охуеете. Блять, это уже четвертое или пятое ДД за игру. Я заебался, я вот реально на Никсе. Мне это ДД нафиг не надо. Но это уже четвертое или пятое ДДХа. Соло. И кем ты, блядь, бегаешь? Ты, нахуй. Лучница, блядь. Ебать, ДК, обратите внимание на сборку и никогда не повторяйте. Радианс, Дизоль, Кераса, блядь. Ну, Дизоль, Кераса, ну я не знаю вообще, Дизоль на ДК такая себе хуйня. Керасу одобряю, Радик одобряю. Но, блядь, Радик и Кераса, по-моему, не стакаются. Ну, типа, они нахуй не нужны. Практически никогда не ставили. Но я думаю, может быть, разок и залетал, конечно, этот трек. Но специально мисанул, чтобы трек заработать. Пока, Олег, пока... И на ультра звезды. На этом мои полномочия, ВС. Блядь. Почему так много гачистов? Гасманов. Гасманов играет. Олег Гасманов.
Спасибо за подгон. Бой! Ебать, еще и аним купил. Ля какой дракон, Ебать. Рот!